Приветствую, друзья, на связи Артур. В этом видео хочу поговорить о игрушке Gamely, а именно рассказать вам о новых возможностях заработка, которые здесь появились. Соответственно, узнаете, как заработать больше денег, чем другие, если проявите небольшую смекалку и воспользуетесь тем предложением, которое предоставил нам сайт. Буквально в двух словах, что это за сайт. Кто не знает, это экономическая онлайн-игра, где мы инвестируем средства и приумножаем их. За вложенные деньги мы здесь покупаем персонажей, у которых есть определенная доходность. Чем дороже персонаж, тем больше прибыли он приносит. Точнее, быстрее. По итогу мы заработаем в 2 раза больше, чем вложили. Допустим, вложили доллар, заработаем 2. Вложили $250, значит заработаем 500 по итогу. За регистрацию здесь без вложений начисляются первые персонажи, которые там стоят несколько центов, и с них вы уже можете начать свой заработок. Абсолютно без вложений дальше выводить свои средства и также зарабатывать там с помощью серфинга и квестов. Так что ссылка в описании, перейдите, зарегистрируйтесь без вложений. Вы переходите в аккаунт, там проходите небольшой тест, вам покажут, как нанять персонажей, и они вам уже начнут приносить определенную копеечку. По дополнительному доходу. Раздел заработок, кнопочка квесты. Буквально недавно добавилось. Кто хочет получать информацию в первую очередь, просто подпишитесь ко мне на Telegram. Здесь вы будете получать эту информацию максимально быстро о новых проектах, либо же тех, которые там закрылись. Итак, что мы видим? Получайте самоцветы бесплатно. Здесь есть возможность как и без вложений, так и с помощью инвестиций, либо же нашей активности. За публикацию выплаты нам платят 10 центов. За то, что мы запишем видеообзор, от 10 центов до $5. Вот запишу видео, скину, посмотрим, сколько начислят. Потом вам отпишусь. Мультимиллионер. Заработать в общей сложности 100 миллионов самоцветов. Напомню, что 1 миллион самоцветов это $1. Полмиллиона, соответственно, от вознаграждения, то есть 50 центов. Пересекнуть рубеж в 1000 игровых циклов. Вот у нас есть игровой цикл. Нажимаю кнопочку «Играть». Здесь идет убивание вот этих монстров. И вот 1007 циклов у меня уже произошло. Окей, нажимаем получить. И денежки вот в размере 25 центов зачислились ко мне на баланс. Вот $20, 96 центов. Смотрим дальше, какие есть. Маркетолог. Пригласить проект не менее 50 человек. Плюс 30 центов. Нажимаем получить. Окей, перешли, посмотрели. 96 было, теперь стало 21-26. Окей, добавилось средства. Дальше здесь директор, пригласит 250 человек, у меня сейчас в структуре, по-моему, 200 с копейками, скоро получу и данное вознаграждение. Двигаемся дальше, участник, сумма пополнений рефералами, 10 миллионов самоцвет, получаем 10 центов, окей, есть. Дальше, 500 миллионов самоцветов, $5 получаю бонусом. Умелый серфинг, 5000 сайтов нужно посмотреть, заработайте дополнительно 25 центов. Первая выплата. За это вам 5 центов. Нажимаем кнопочку «Получить». Видим, средства зачисляются автоматически. Вот чуть позже закажу рекламку на $10, получу бонусом еще 25 центов. Имейте это в виду. На форуме оставить сообщение о выплате вообще ничего не стоит. И как бы 10 центов за это получаете. Давайте перейдем, обновим страничку. $26, 41 цент. Потом нажимаем кнопочку «Собрать доход». Вот она с моих персонажей, там накапала за несколько часов. $2,5. Итого у меня 29. Нажимаем кнопочку «Вывести». Давайте сейчас проверим проект на платежеспособность. Пускай будет Pair. Прописали номер. Комиссия 0,95 цента. Минимальная сумма на вывод всего лишь 10 центов. Нажимаем «Заказать выплату». Вводим платежный пароль. И нажимаем «Подтвердить действие». Выплата отправлена на ваш кошелек. Кнопочка «Закрыть». Окей, давайте проверим, перейдем на Pair кошелек, обновляю страничку. И тут же 28.72, все появилось, пользователю Артур Ноу, спасибо за выплату из игры Gamely. Видим, все четко, денежки прилетают. Дальше двигаемся, какая возможность появилась, это конкурс. С помощью него также можно заработать дополнительные средства. Вот видим, $1000 в данный момент разыгрывается ежемесячно в глобальном конкурсе. Будут разыграны миллионы самоцветов среди 20 игроков. То есть здесь не первые, знаете, там 5, как обычно бывает, а 20 игроков. То есть в любом случае у вас есть шанс получить определенные средства. Видимо, у меня сейчас 58 очков, занимаю 54 место, а нужно войти в 20-ку. За что начисляются очки? Как заработать их? Одно очко за каждый доллар вашего депозита. То есть в теории, если вы сейчас инвестируете $1025, у вас будет 1025 очков, вы занимаете первое место, соответственно 300 баксов сразу же окупите, которые можно будет вывести. Вот 753, допустим, закидывайте и рассчитывайте на приз
200 долларов. Осталось 6 дней, 8 часов 36 минут и пару секунд до завершения. Имейте это в виду. Дальше 25 очков за каждый доллар депозита вашего реферала. 0.15 за каждый выплаченный вами доллар. 0.5 очков за просмотр ссылки в серфинге. Так что вот смотрите, действуйте и можно получить вознаграждение. Вот всего лишь 150 очков и уже 10 долларов в кармане. Дальше по возможностям, значит, вверху кнопочка менюшка, нажимаем Roadmap, это раздел новости, да, мы смотрим, у администратора есть определенные планы по развитию проекта, вот у нас был запуск игры, потом старт глобального конкурса, потом система вознаграждения, вот эти квесты, дальше будет мобильное приложение, потом система уровней бустеров, личные сообщения, модификаторы лидеров, дорожная карта на весну. Значит, по дополнительному заработку, каждую новость, которая вот здесь выходит, мы можем пролайкать. Вот видим, нажимаем «Система вознаграждения», здесь идет полное описание квестов, как они работают, что там, как будет дальше. На данный момент видим 13 заданий там доступно. И вот когда мы нажимаем на лайк, хоп, вверху 1000 самоцветов зачисляется. Таким образом, сейчас на сайте имеется 3 новости. Вот запуск, старт глобального конкурса, я здесь уже пролайкал. 3 новости, уже 3000 этих самоцветов у вас в кармане. Соответственно, заходим в аккаунт, потом играть. И у вас уже там появляются дополнительные средства, чтобы нанять наемника. Вот по 750, допустим. Несколько штук, просто без вложений вы еще дополнительно получаете. Дальше, что касательно моих рефералов, тех ребят, кто регистрируется по ссылке в описании, для вас имеется бонус в размере 2,5% от суммы вашего вклада. Допустим, инвестировали 100 долларов, 2,5 я вам возвращаю на кошелек. Для этого просто пишите мне в Телеграме, мои контакты есть в описании под этим видео, пишите название проекта, ваш логин и номер кошелька, куда перевести. 2,5% я вам возвращаю бонусом за то, что вы мой партнер. Также для вас имеется страховка. На случай того, если проект внезапно закроется, вы потеряете средства, у меня 500 долларов имеется для моей команды. Смогу компенсировать часть ваших потерь, если что-то случится. Но проект только новый, давайте перейдем в статистику. Ему всего лишь 9-й день пошел, 14 февраля был запуск. Здесь только-только начало. Почему? Потому что это долгосрочный проект, где окупаемость минимум составляет 111 дней. Дальше 111 дней получаем профит. На минимальных персонажах там окупаемость 300 дней. Но я сделал пока что 2 покупки по 250. Дальше, думаю, может усилюсь, посмотрим. Так что 9 дней это вообще ни о чем. Смотрите, изучайте, вдруг чего присоединяйтесь, будем зарабатывать вместе. Есть подробная статистика, можете покликать, посмотреть. По лидерам, там, по выплатам, еще почему-то. Вот, допустим, видим Артур Новс, это я на первом месте. 184 доллара вывел с проекта за 8 дней. Можете посмотреть другие события, там выплаты, вот моя последняя выплата, здесь также отображается, все в онлайне, все четко. Проект работает, платит, выполняет свои обязательства и, что немаловажно, дальше движется по своей дорожной карте. Вот такая информация по увеличению вашего дохода, если это вам было интересно, полезно, поддержите пальцем вверх этот видеоролик. Подпишитесь на канал, если не подписаны, и будем зарабатывать вместе одной командой. До скорых встреч, друзья, всем пока!